Короче, здесь на 4 боссов, я считал, нужно 2 танка. Это Острокрылая с Игнисом. Хотя, можно даже Игниса и в одного, ну, по идее. Потом Собрание, третий босс. И четвертый босс, где нужен второй танк, это Торим. Вот и все. Все остальные боссы убиваются в одного танка. А боссов, на секундочку, их там 14, но Алгалон тоже там 2 танка надо. Вот. Дай бог до Везакса сегодня дойдем. И Настя бы быстрее зашла. Так, Лок летит, я смотрю. Ну как Лок, Вульдуар? Кстати, десятка поставилась. А, в инсте. Ну выйдите с инста. Давай я зайду, посмотрю, кто там в инсте. Вышло, я был в инсте. Я думал, там уже люди. По идее, никого. Так, да, вроде никого. Сейчас выйду, поменяю. Блин, надо, чтобы Настю там не захватили темные силы. Хули. Так, Слава, я ходил, решили, сегодня доступны были, да? Нет. Чё он, пиздить я решил? Чё за фигня? Улетает. А то я его отпищу сейчас. О, блядь, придурок. Нахуй он кастует. А вы в первую десятку идете, верно? Смотри, тут у ёбки два его кореша висят, блядь, и он думает, типа, он крутой, сейчас по нас покастует, блядь. Дебил ебучий. Сука, пвпшер, блядь. Видишь, люди в льду собрались и так, блядь, на нервах. То есть летает, смотри. Слава, вы в первую десятку идете, да? Да. Все, понял, хорошо, ладно. Ну, потому что 25-ку нету людей. Это сегодня понедельник, сегодня еще такой день. Кажется, мало кто придет куда угодно. А я никогда не буду вот это слушать. Лучше никогда не говорите мне день, там, похуй. Ну, тоже я согласен с тобой. Если во все это начинать верить, то получается вообще звезды там не сошлись. И получится как это, как Олег теорию там создает. Вот там, блядь. Удача, неудача. И хочешь — придешь, не хочешь — не придешь. Можешь — придешь, не можешь — не придешь. Все, вот с этого надо ну, типа, кто есть в онлайне, по плюсикам собирать, и все. Я говорю, недели две пугов повожу, и все. Ну, типа, кому не нравится, я не знаю, блядь. Пойду тоже с пугами ходить из другой гильдии какой-нибудь, где собирается рейд. Где не 2 часа он собирается, а сразу собирается. Настя, ты в Дисе уже, все? Блядь, Денис там пиздится. Заходи, Винс, чё ты? Прожимай бабл, заходи. Так. Дворфа запускали, да? Сейчас я сяду в какую-то вон в осадку. Повозите меня кто-нибудь. То заходите, Винс, сейчас в осадку садитесь уже. Я во второе сиденье сел. Погнали, ебашим. Расстреливаем этих петухов всех. Сейчас быстренько профастраним это все. Включите стримку, можете, не сложно. Сейчас включу. Короче, смотрите. Спасибо. Лично убивал, значит, все в десятке. Ну, ХМ там что были? Первые. Ну, мы не будем пока делать. Потому что... Во-первых, мы с багом убивали. Где... Ну, я этот баг не знаю, ХП удваивается у машин. Я не знаю, что это за баг. И поэтому я не буду тратить, даже время тратить. Мы просто сейчас за шмотом идем. Это необходимо. Вот. И делали, значит, ХМ. Получается, что, робот простой. Но мы тоже не будем делать пока. Хотя рейд арти, я думаю, сможет сделать ХМ. Там неплохие люди. В принципе, и у нас сейчас попробуем с 3 хилами, попробуем, и я посмотрю, разок трай дадим. Чуть что, чуть кто упадет, сразу забываем про ХМ, будем делать, когда мини купер оденется или другой прист пойдет.
Смотри, чтобы много дамага, чтобы не словить. Вы где там? Езжайте сюда быстрее. Две осадки, разрушители сюда, сюда, быстрее, быстрее. Бурмалюга, ФК, Вентер где с Настей? Где? Садись на машину. Если так долго чистить сначала все, то, конечно, по 3 часа тут будем сидеть. Инсфер носится 2 часа. Без ФК. Бармалюга что-то писал, зайдет он там, нет? Такова с этим локом. А он был кем с вами? Он же ДК был. Ну вот. Нет, так у вас-то хила сейчас нет, вы же в среду пойдете. А у кого вот эта надпись выскакивает? Ошибка интерфейса модификации, ой, операции, вызванная модификация. DBM Core. Короче, что-то с DBM. Сюда не надо ехать. В этот. У нас строкрылы постоянно вылазят. Кто, если бы знал, если бы, а, что 25-ка не соберется. Заезжай, Денис, тех мобов убиваем и потом выезжаем. Машины резнутся, с ума, если кто-то еще не пришел. Слух, а ты напомнишь, на какой электронную почту, на какой устанавливали 104? На Алексей 4? Не знаю, не пам'ятаю. Я даже не знаю цього. Ну, що, ти як ото з папи, що не знаєш, ти вчора робив. Очевидно. Все, виїжджаємо, виїжджаємо. Настя, ну що ти там, будеш или не будеш? То есть, если ты не будешь, мы никуда не пойдем. Кто нас хилить будет? Ну что, кто-то за стенкой, что ли? О, господи, слезь с машины. Ну все, поздно уже. А вроде его там и нет. А что за фигня? Ты в люльке сидел, что ли, братан? Не надо в люльках сидеть. Заходите, портуйтесь. Все тут диси, кто в десятке тут? Настя. Бармалюга, Настя меня интересует. Да, я здесь. Ты, надеюсь, там не отвалишься никуда? Тебя там в рабство не заберут? Ну, я очень на это надеюсь, потому что вот сейчас меня хотят уже забрать в рабство. Ну а чё, ну типа это... Ты смотри, если ты уходишь, типа... то мы не пойдем никуда сразу. Не, я постараюсь победить зло. Ты скажи, тут друзья твои, там, не знаю, ну, как там? Ну, я все, я постараюсь больше не отвлекаться. Точнее, чтобы... Учим вместе Ульдуар. Маме эти слова не знакомы. Еще говори, что потянусь. Я пока что настраиваю. Ладно, пофиг. Слушай, а твоя мама чисто теоретически на холле паладине хорошо играет? Вылезьте с машины, стыкните на шкаф кто-то. Моя мама арды любит играть. Тык на сумон. Ну почти. Нам во второй статике хватает.
Роланда в инсте. Кто там скрипит? Креветка, ты скрипишь. Да, кстати, моя мама умеет шнур из Wi-Fi выдергивать. Так, вроде все здесь. Сейчас я тоже в осадку сяду на второе место. Садитесь водителем в эту осадку. Вот сзади, который стоит. Все по машинам. Два мотоцикла, две осадки, два разрушителя. И заезжайте. Блять, кто-то меня выкинул. Блять. И пан тебя выкинул. Мини-купер, у тебя кто сидит? Я. Я не выкидывала. Так. Тагариус, у тебя кто сидит? Где тогда мой мотоцикл? Этот. Там сзади стоит. Никто не трогает его мотоцикл. Мазука, у тебя кто сидит? Роланда, сто пудов. Я что-то не вижу. Конечно. Что... У нас это стопроцентная это, коммуникация. А вот так сидит? Вот так сидит? Или не сидит? Сидит. Все сидят. Блядь, это баг какой-то, наверное. Почему я тогда могу к вам залезть? И при этом... Ну это ж прекрасно. И стрелять не могу. Нет, это не прекрасно. Мы тебя можем вместо колчедана использовать как топливо. Не, не надо. Псовой левиафана. Давайте я мотак себе беру. А мини-купер шарить что делать? Похуй, тут не надо шарить. Это, стреляйте. Просто огонь. Герои в атаку! Поехали. Так, везу вам колчедан. Ну, убивайте уже босса, ну. Везу колчедан сразу. Так, скидываю. Вот он. Уезжай сразу. Скорость прожимай. Не экономи колчедан. Сразу скорость. Хэму давайте готовимся. Уже скорость. Где скорость? Не вижу. Скинул бочку синюю вам. Давайте. На скорости езжайте. Надо будет еще раз прожимать. Там, в принципе, одной скорости хватает. Вот на пути бочка. На пути бочку вам накидываю еще. Езжайте быстрее. Бочки вперед вам ставлю. Давай, скорость, скорость. Все, сменил цель. Осадка, щит. Сразу щит. Скидываю толчедан, набирайте. Все, нормально. Уехал далеко. Не ссы. Все будет отлично. Так, горят лут надо поставить. Так, давай попробуем. Добыча. Визы ПДП. Так, вот тебе еще колчина. Так, скоро сменится цель. Вот тебе колчина. Так, надеюсь, босс уже там умер, да? Быстро. Короче. Я не помню, мы убивали с вами острокрылого одного танка? Можно триню, пипец. Триню пипец. Ну, если типа миликам не надо. Сейчас посмотрим на миликов. Она хорошая на милика. Этот Денис или Авентер? Посмотрите, надо вам? Денису надо. Фига, у меня приор заработал, смотри, Войд. Какой приор? Этот, когда ролишь, приор показывает в гильд. Кистевое. В этом... Это на Энха. Бармалюга, Роланда. Энха пора делать. Роланда. Да, так, да, кстати. Первый раз у меня файт point висит до сих пор. Так, Бармалюга. Сейчас сдохнем, не ссыте. Подбежите туда. Сейчас я отдам. Бежим туда, разбирай. Бежим и умираем сейчас. Даже у кого есть бой, у кого нету. Все 10 падаем на големах на огненных. То пешком, то на маунтах. Подъезжаем, падаем на големах. Потом портуемся, поставлю рыбу. Блять, это было бы 20 минут назад, было бы неплохо. Быстрее помираем. Тагарис, ты куда поехал? К боссу, что ли? Или трэш привезти нам еще? Так. Только не заходите в инст, а то еще мобы на вас в начало побегут. Не надо. Так, ладно, если что, я на твинка в дискорде сижу. Ну, в плане, тяните. Блин. Блять, я надеюсь, на вас бой не повешается, иначе я буду злиться.
Так, Игнис Острокрыло, я прыгаю в мишку. Острокрыло сейчас сначала пойдем. На Острокрыло подходите, сейчас приеду, поставлю шкаф. Ой, блять, рыбу. Ой. Так, мишка. Влад, у тебя фласки есть? Да. Ученицы, не забывайте, когда вы заходите, тут огр стоит такой с гоблином на голове. Чтоб там не было, когда вас в бою резнут. Так, три хила. Надеюсь, будет нормально. У вас ДЦ. Слабенький, конечно, по СПД. Поставил рыбу. Ешьте. Фул бафы, все фласки пьем там. Бля, зачем я на стамину выпил? Ладно, похуй. Паладина у нас 3, если что, должны быть все бафы. Каска, кулак и МП5. Гата Гар МП5 хочет бафить. Блин, круг прожал нечаянно. Проверка. Так, где там запускать? Тагариус, ты где там? Запускаю. На пула нет, поэтому очень осторожно, даю время. Считаешь все 10 человек по КД. Дергаем обоих моментально. Миликов у нас всего лишь 2, поэтому на вашу адекватность надеюсь. Вертушку увидели, отбежали. Лужу увидели, отошли. Дозорных сбиваем косты. Ну, в принципе, десятка нам простая. Две пачки или три выходит, что гарпуны готовы. Три, по-моему, да? Две. Десятки две вроде. Так, часовой. Моментально его зергаем. Чем быстрее зерганете, тем меньше шансов, что вообще вертушка будет. Так, если гарпуны готовы, второй сразу запускайте. 3 секунды. Не знаю, успеет треш еще выйти. Не успеет. Все, то босса тогда херачим. Старайтесь максимально влить. Ой. Ну, сейчас на Игнисе немножко поработаете и на роботе. Самая фигня на роботе — это топот спасти метку. Там черная, когда взрывается, 1016 урона наносит. Это считай, надо прям мини-куперу, допустим, знать об этом и кидать на метку щиток только когда вот этот топот идет. Плюс молитва восстановления до того, как дамаг человек получит. Плюс это самое. Всем хилам фокусить и заливать хилом эту цель. Тогда мы, возможно, убьем ПВ. У меня 100 есть. Что? 100 есть. Кто есть? Места. Нет, мы в десятке. А, я понял. Да, вот так вот. Будет понравился тебе вайп вот сегодня? Нет, вот это не понравилось. Вообще орут вообще как бешеные. Слышал? Мне вот это не понравилось. Да я сам там орал. Не, ну там прям
тебя перекрикивали, прям вот орали, как бешеные. Ну просто люди меня... немножко недопонимают. Если человек никогда танком не играл, ему не объяснить. Сел босс, в босса переключились, там Тагариус поддержит мобов. Босса бьем. Уже аккуратно. Я хочу, как она называется? Глаз про матери, но мне кажется, базуки надо будет его отдать, да? Я тоже ее хочу. Нет, я тебе уступлю. Да что ты мне уступишь? Я же себе ПВПшную твинью взял. А сложно, сколько там на нее вообще надо набивать? Ну, сначала там где-то 3 коса... там надо рейтинг просто 3000, а так... А я не знаю даже, как рейтинг набивать. Я давно не ПВПшил, наверное, сколько лет уже. Тупо просто ПВПшить сюда и все. Которая прок СПД дает? Ну, там такая неплохая хоста и что-то СПД, да? Ну да. Короче, прям собрано играть сегодня. Если робот ХМ будет, это будет хорошо. Там дополнительная шмотка хорошая падает. Мне там одна шмотка на мишку нужна. И вам там шмотки есть. Там вообще и пуха, по-моему, двуручка. Она Авентору пойдет, скорее всего. Там РП. В первую очередь Авентору пойдет. Дениса захильте. Он, блядь, сдохнет сейчас. Ты чё? Так, пачка. 2-3-9. Вот эта триня кайфовая, конечно, на Редфика с меткостью, но мне что-то мастерства не хватает. Даже с символом. У меня вообще на руги капов нету, понимаешь? Угу. А я быстрый старт ШП взял. Знаешь, сколько у меня там меткости было? Ноль. Давайте Геру и фул по боссу. Геру и фул по боссу. Так, Герсу прожму, постакаю. Я надеюсь, из наших никто голду не покупал. Тоже надеюсь на это. Ни на каком, на X3 там. А то было там такое, да? Кто там? У меня на X2 такое было за 5000. Ты на X3 покупал голду? Нет, X2 покупала. Потом редко пишет. 5000 было мне. У меня на Акке все было 400 тысяч голды. Я уже сама стала фармить. Я покупала где-то там 20 тысяч голды. И у меня была большая сумма ОД, ой, голды. Я вот ради них разбан купила, а мне прожиточный минимум на каждом персе голды положили и все. Ага, подходи, забирай. А ты что? Что-то я не вкурил, у тебя дебаф, что ли, тоже? А, нет, вроде нет. Вот такие дела. А я ничего удивилась. Он бы приставал ко мне, я ушла. Каприца нет. Где же он поддевался? Вот такие дела. Бомба на вас, да ладно. Короче, если сегодня не упадет ни одного покорителя, контора Сируса взорвется. Там сова прилетит с неба. Злая. Ни одного покорителя не видел. Ни в 25-ке, ни в 10-ке, ни в одной. Сколько играем? Вот это мечик. Так, вот мечик. Это сапоги. Вот я ж хотела рога идти. Ё-моё. Да, хилил бы кто тогда? Этот... Меч кому надо этот вообще? Я даже не знаю, кому стал Савентеру. Кому надо? Он одна ручку не носит, ты чё? Там две двуручки. Почему не носит? Носит, если захочет. На армса оденет ПВП. Так. Критхаст. Тапки. Ну это чё, мне на кота, что ли? Да, на кота. Ну или, смотри, они ещё хорошие, так, на армса зайдут.
Да какой навык там РП нет? Ну, ловкость крит даст, там еще крит дает. А кто-то будет их носить? Ладно, все заберу. Да кроме тебя никто не будет носить. Кожа все. Я бы поносила, но, блин, я же паладином иду. Да, ты не расстраивайся, там с 25-ки выпало, вон, двое плеч выпало, ты одни забрала. Причем они на трансмут топовые. Я этот, три шмотки полутанды. По правому Денис кинь репитанс при покаянии. Хильте, три хила, прием, Настя. Стан приходит или сало, не знаю, я стою в АФК. Ты скажи, какой стан, я этим не проймешь. Я думал, подальше встану, он меня не достанет, но что-то, блин, ошиблась. Сауры коня, ну нормально. Кстати, аура... На броню сейчас твоя вообще топовая, потому что она 6% от хила вроде как дает. Ну вообще получается в шоколаде. У нас и друид есть, и лок есть, и прист есть, блядь, в кои-то веки. Два милика всего лишь, ну топовый рейд. РДДшники получаются лок, маг, элем. Так, пришла смс-ка. Решают люди, прими участие в удалить. Видите, сообщение удалено. Что ты там? Парашу всякую пишет. Этот. Так, еще агрим. Первый стан. Кто так дает? Ну давай я первый дам. Давай, давай. Так. Следующий стан, кто там? Только все станы не слейте. Я следующая. Давай. Надеюсь, до следующего коста убьете. А может и нет. А я вообще стан не давал, кстати. Сейчас дам. О, видишь? Один дал вообще-то. А, тому не восприимчивость была, кстати. Ладно, давайте следующего бить тогда. Сейчас не знаю, кто будет стан давать. Потому что у меня КД. Давай, Тагариус, стаунти этого дурака. Сейчас я ему стан кота отдам. Я готов уже. Сейчас я дам, смотрите. Прям, оп, ну давай. Вот так вот. Неплохой стан, да? Сейчас, 3 секунды КД. Как раз не успел, сука. Прям секунда оставалась. В бассейн кинул, смотри. Ничего себе. Выплывают. Два вихря. Бегайте от вихрей. Что-то напоминает. Напоминает? Ну давай забаним вот этого вот демона. Кружок поставил, забань его. Осторожно, големов, не сагрите. Лоб где там? Подъезжай, забань кружок. А без метки убьем. Так. Сейчас я дам стан. Следующая я. Следующая ты. Так, теперь я. После этого я. Не успела, да? Ну, сейчас я уже, короче. Надеюсь, вихрь меня. Да. Ну, кэши будет. Я уже готов, короче. Уже прям откатилась. Оп. Все, но следующий не надо, наверное, будет уже. Все, следующего моба. Блять, о. Хорошо. Кота прыгаю, сейчас готовлю стан. Стунти, стунти. Оп. Ну а как? А, ты не был с нами? Да я даже не знаю. Ну да, да ловите, мне похер, в принципе. Я не знаю. Сидеть там.
Ладно, там два дня пособирать. Сейчас чихну. Ой. Чуть не чихнул. Они говорили, короче, посмотри, типа, на свет и чихнешь, типа. Ну, да, долго. Да, есть такое. Так, пока бейте этих, сейчас еще переведу парочку. Еще парочку, очередь, суп найдете, очередь. Так, что-то мобыли. Тварюга. Ну чё ты, иди сюда. Иди сюда, мерзавец, негодяй, да. Иди сюда. Откуда нахилить совсем скучно? Сейчас на боссе полегче, поинтереснее будет. Сейчас на роботе. Вот знаешь, на роке нету, я сижу, думаю, блин, сейчас меня, наверное, ваншотят. Ложный вывод, ложный по КД. Этот самый мини-купер, играй от экономии. Не про... Не, нет, не просы ману свою. У нас инер один, гимн и собака у тебя только одна. Тотем шамана только один. Поэтому ну, там будет, как будто бы много риса МП. Очень осторожно. Там у него это... Как его... Как способность называется, которая у Е дамажит? Я по ДБМу буду смотреть. Кидать, еще тебе передать. Осколки, что-то... Мы тебе будем говорить, типа, не кастуй, но ты же не кастуешь, просто мгновенкой кидаешь щит. Ну если щит, щит, да, ничего не будет. Ничего не будет. Тебе кидать тут МВшку и щит, больше ничего не делай. Человека будет в ковш брать, короче, мы будем кричать за хил вот этого телека, там метка, кажется, на него будет кидаться, и ты на него щит кидай. Так, mm-hmm. У тебя штурделя есть? Базука, дай этот самый столик, сейчас возьму, штурделя тоже мне в совет пригодятся. Возьми штурделей 80 штук, выстави на панель себе и жри по КД. Где ты там, мини-купер, тыкай. Ты, назад, назад, тыкните в столик, прием. Алло. Берите штурделя, все кастеры. У всех должно быть, чтобы жрать. Видишь, как медведь жрет. Я, короче, босса положу, ты мобов. Раскалывает мобов кто? Плюсик в рейд. Кто знает? Краш-тест. Базука знаешь? Базука будешь, да? Чё, я прослушал. Мобов раскалывает, мобов. А, да, бассейн. Конечно. Просто. Все, поехали, херачим. Давайте Геру дал Берсу херачим. Блин, руки тянутся ядами бить. Ты на Рошаму забила, что? Да, надоело. Давай вот на нее щиток, МВ, молитва восстановления. Скоро будет кастовать, готовимся. О, сейчас кидай щиты всем. Огненная струя, да, вот эта вот штука? Ага, да, ДБМ кричит на весь. Смотри, вот каст, который, после которого, который заканчивается и подкидывает. Угу. Вот на этом касте нельзя кастовать в конце каста. Потому что ты словишь сало на ту школу магии, которую кастовал. Перед фронталкой вот этой, которую лужу разливает, нельзя стоять. То есть перед боссом, перед лицом только я стою. Вот я его сейчас веду, поворачиваю на лужу. Вы там полоскивает эту штуку. Плюс он еще рывок делает. Он может еще фронталку каст вот этот начать после рывка. То, что имейте в виду, ваше положение. Вы должны быстренько менять его. Ну по хилу заебись, конечно, с ДЦ. Так, 6600 базука. 5800, краш-тест, твинг, блядь, дает. Пиздец. Где ты локом научился так играть? Будешь мне гайды составлять.
Я не знаю, я в таком шмоте. Сколько у него там, какой шмот? 207, да? Я бы 4К давал. Авентер. Пан. Блин, вот у них маловато. Ну это, наверное, бафов никаких милишных нету. Крит только есть, считай, что. Комбата нету. Он дает крит, кажется, нет? Ретик. Сила атаки нету. Зависит вот эта позиция запакую, это Гавайя, типа, мутик говно. Вообще бесит. Я немного оденусь и покажу, где раки зимуют. Я не обращаю внимания. У меня пукан сгорел, ну там реально 4 моба меня прокидывают по очереди. По 2 секунды. Это 8 секунд я курю, считай. А этот, блин, безвредный бежит в этот, как он называется. Как будто, я не знаю, моб этот убежит куда-то. Мы чисто из-за этого провайпались сколько раз. Потом люди то отходят, то еще что. И жопа получается. Это мы на Тариме сидим. Тарим. Тарим, говори, какая разница. Это фэнтезийный мир, ты ничего тут не знаешь. Можно делать любое ударение. Да, это, как бы тоже фэнтези, но прочитала. Чё фэнтези? А, Сердали камушек придумали сами, но на самом деле такое существует. Да, конечно, они все постырили с реальности. Это все. Все попизжено. Вот Игнис это вообще не Игнис, а Игнис. Можно ударение неправильно делать. Так, все. Ты чё, переагрил что ли? Нихера себе. Чё там за ДПС такой у тебя? Этот, Бармалюку не уроните. Денис, дай этот, как он называется, спасение по локу. Я кинула. Вот, нормально. Я просто забываю что-то. Это он. Ой, чё-то мы долго бьём. Ну, конечно, долго. ДПСеров всего 5. 2 танка, 3 хила, считай. А хп-то у него не 3 ляма, а 10. А может быть я нарок? Чё с Тагариусом? Хильте? Где он? Хиля. Я просто давно не кастовала, и у меня долгий каст. Ты обновляй эту фигню, чтобы свет небес быстрый был. Ага, знаешь, сколько свет этот Holy Light стоит? 1000 с чем-то маны. Это какая разница? Сколько у тебя маны? У тебя 28, все нормально. У тебя же стоит интеллект, все. Стоит. Меня тут бьет Тагариус, а ты там в ковше. Да ничего страшного. Он не шотает этот моб. Тем более ему стан можно дать. Вроде не должен шотить. 25-ки, наверное, шотит. Вот. Игра на ДД воодушевилась, такая радостная. Намного интереснее игра, чем паладином. Это там надо держать какие-то бафы на мобе, что-то. Заморозил вот. Моба, заморозил моба. Разбили, вот. А чё, новая лужа не показывается в бассейне, что не вкуриваю? Ладно, в принципе, уже не заводи, уже похер. Уже лям добивайте так. Просто бьем босса и все. Кстати, а что происходит, если вот этих мобов не раскалывать? Накопятся мобы и убьют танка. Что еще может произойти? Только не перчатки с защитой и пробиванием брони. А то придется авентер. Раз две штуки выпадет. Нет, не надо. Я сейчас на хила что-нибудь упадет. Офигенное. Да, что-нибудь на меня. Хилы-то у нас слабые, надо их одевать. Смотри, когда винтовка выпала. Авентеру. Неплохая, наверное, да? Спина. Смотри, вот просто вот вчитайся. Крит, АРП и меткость. Это же пиздец просто. Это все для него. Просто апа нету, вообще не айс. Это вообще пофиг.
просто Авентор. Он знает, что такое РП, что такое меткость. Так, спина, хоста, МП5. Это кому надо вообще? Это хилам. Только, наверное, не мне. Мини-купера? Какой у тебя плащ мини-купер? Вот это, кстати, тебе заебись. Я хосту зачарю, хотя ему хоста не нужна. Как не нужна? Нужна. Ну а что там? Что там? Быстрее будет кастоваться флешка спасительная. Сейчас смотри, сейчас будет этот самый робот. Ну, вот этот плащ лучше будет тебе вместо вот этого обоссанного. Одевай. Стой, у него дух что-то дает, нет? Ничего не дает дух ДЦ, никогда ничего дух ДЦ не давал, забудьте это слово. Дух для холи приста. Все, эрдру, холи прист. Вот два человека, юзающие дух. Все остальные... Хаст сделал. Крит, МП5, хаст, МП5. Интеллект, и что там еще есть? Так, сейчас я в сову прыгну. Сейчас, подожди, быстрее разнесем этот трэш. Ты там на Авентора кидай постоянно щиточку, он ему будет ярость и рагу восстанавливать. Тагариус, где ты там? Подъезжай. А где Тагариус? Тагариус таблетки бахает, зачем ты в танк? Таблетки бахают. Ну что думаете, сделаем хэм сегодня Хадира? Хадира? Да вот этого надо делать хэм. Конечно, слушай, Хадира вообще нельзя. Слушай, помните, ну... наш первый трай нормальный? 10 секунд не хватило. Там можно, это... можно хэм сделать. Ну вот смотри, вот я ДПС так смотрю. Если бы, конечно, Авентор давал хотя бы пятеру. Но это, я видишь, могу на ДПС зайти. Нет. Не придумывайте. Вот если мы в два хила будем, в любых, которые здесь, ну, кроме Вармалюги и Насти, то мы вайпанемся, потому что там за хил нужен на дуновениях. Делайте, если захочется. Смотри, сделай. Надо, чтобы вот люди взяли, подошли, плюс к ДПСу апнули тоже. А то стоят себе дальше, кастуют, ротацию соблюдают. Что-то не то. В том-то и дело, в том-то и дело. Ну, вас, я думаю, сообразит. Кто там, базука с Роландой постоят. В луч света забегаете, хасту апает. Электричество крит апает. Огонь дома капает. Три бафа словили. Под геры хотя бы секунд 10-15 его побили с этими бафами. Ну, уже шансы повышаются. Если второй раз словили три бафа, там, после первой, ну, после кучи этих, то, считай, босс упадет. Ну, и главное, чтобы все живые были еще. Хилам тут только из выбегать, да, из райда? Так, звездочки, первый стан, этот Тагариус, кружку, первый стан пан дает. Зергаем звездочку, давайте, поехали. Сейчас он побежит. Кружок, кружок зерга. Скупова отводим. Кружок зерга. Блять, кто-то думался пот на хосту выставлять, сука, на эту кнопку. Блять, вот что теперь делать? Так, тут. Да у меня тут панель пиздец просто. 1000 кнопок выставлено. ГП надо убирать, наверное. Так. Ну, я думаю, наоборот, надо его добавлять. Звездочки. Вот, да, тут плач. Иди сюда. Сейчас. Блять, бейте мобов, плащ заберем, успеем. Звездочки Тагариус, кружку Денис, стан. В прошлый раз так шмотки потеряли. 26.
мобов лучше от меня, от приморозки еще. Сука, я говорю приморозки. А что там? Бачу упал? А здесь он на сову. С критом фастой, с тремя сокетами. Блять, надо мобов добить быстрее. Это у тебя хны. Это как мне сон приснился после того, как у меня инет упал. Я сколько... это то же самое. То же самый плащ, только с критом. А кому он нужен? Не Куперу. Полипресту. Полипресту и фасту надо на этом контенте сейчас. На утилятора особое внимание, он сейчас мало хп станет, начнет касать. Но мы можем поменяться. Ему это, а мне то. В смысле ему это? Думаешь, ничего фаста не нужно? Ну, в принципе, я не знаю в ДЦ, как там фаста. Все очень просто. Первое, убиваем сердце в 3 хила в одного танка. Значит, мы можем сделать хм. Если на время топота вы уроняете хотя бы одну метку, мы вайпаемся. Ну, давай, СС, значит, СС. Давай, короче, я надеюсь, я не сдохну. Дай на мини-купера. Вот, единственный, кто здесь сдохнуть может. Ну все, и будем пробовать сейчас. Так, рыба надо кому-то? Жрите этот еду на ману, там, резайте ману на фул. Потный бой будет. Самое, что здесь сложно, это топор. Сейчас на обычном я посмотрю, как вы прохиливаете. На хэме есть шанс. Ну и милики, Авентерпан. Будет искра появляться из человека, который выносил белую метку. Вот. Проверка. После 75% босса искры не появляются. Появляются только черные метки. Черные метки на хэме это оставляют черный круг, лужу за собой. Поэтому надо их выносить. Если будет на танке, танк отходит в бок и возвращает потом босса к ступенькам. Все готовы. Жди босса здесь, он сам придет к тебе. Ничего не стопаем, просто бьем. На 75% выпадает сердце. Процентах на 76% даем герру. И в сердце плюс ДПС. Цель постарайтесь не проебать, ни секунду старайтесь не проебать, чтобы сердце. И время даем Тагариусу на агро. Базука там осторожно. И не надо уменьшать. Лучше бы снимки в сердце больше, чем просто в него. Кстати, да, у нас же там говорили, типа, краш-тест, топаем ДПС. Залупай это все, не надо. Хуйню это на прожимные 3 не надо. Это все дурость. Но у нас время до берсы, нам нужно бить. Вот смотрите, 3%. 4-3%. Готовимся, сейчас сердце выпадет. Фул ДПС. Да, как раз одного ДД не хватило. Угу. Ну, делаем обычку сразу, я не буду здесь ничего ждать. Вайпаться не буду. Сейчас сердце не бить, трэш бить. Переключились в трэш. Тут ДПС по трэшу. Масуха, все это заливаем, зербим. Под Тагариусом 3 моба. Сейчас еще мобы сбоку идут, хламоботы. В принципе, на них хер забейте, бомбота надо будет убить. Сейчас я бомбот постреляю. Больших пока заливайте. Сука, да, зону действия, блядь, падла. Играйте в мобов больших. А, все, сдох. Быстрая разборка. Void, тебе нужно делать эрдро. Почему? Так, грудь, один сокет, крит, параш какая-то, блядь. Это кожа, в принципе, тут никому не надо. Так, а это чё?
этот кольчуга РП. Это что, на Энха, да? Бармалюга Энха собирает, я слышал. Это на ММ. А. Так, сейчас трешек заливаем. Значит, смотрите, есть ремонтники. Их в первую очередь надо зергануть, они хилят. Вот их два там. То есть сначала звездочку убиваем, потом кружок. Все, где там Тагариус? Денис, что у тебя там, бой? Давайте, херачим. Звездочку убираем. Зергаем. Там какие-то эти петухи хилят друг друга, видишь? То ли ремонтники, то ли какие-то другие. Давайте звездочку убиваем. Это кружок. Как мы с вами фрейм сделаем, я же не представляю даже на собрании. Весело. А что типа кошку мурку взять? Или он в другом статике? Ну, вместо кого взять? Купера? Купер что, голыбу пососет? Так он маленький. Ну что? Креста нету. Куда мне два лока? А что там ёж говорил вернется? Я не знаю. Переезд у него какой-то. Полагаю, он там с переездом подвисает. Авентер в этой вроне стоишь. О, красавчик. Маленький не значит, что не нужно тебе он привет как придает. Да, в том-то и дело, что можно как бы брать, я не знаю, фуловых пацанов, там, три фурика взять, там, ну, просто по бафам будет не хватать много. Вот сейчас, допустим, я, конечно, понимаю все, но вот если бы Тагариус играл БДК, было бы лучше для миликов. Вот для этих двух миликов была бы и 10% косты и этот, как он называется, и 20% косты и 10% АП. Тагариус, кстати, вот я хотел спросить, как ты насчет того, чтобы ДК танчить? У тебя там ДК же есть в эльфобездне. Ну ты танчить будешь им, потому что ДК это самый вообще огонь. Но я, конечно, не имею в виду, что типа прям пересесть на него, но возможно, даже когда-то придется это сделать, но... Так, осторожно, назад, сразу все назад уходим. Сразу назад бежим, а то большой прыгнет, жопа будет. Тотем это. И ремонтник есть, вот этот его бьем. Звездочку поставил. А что за параши хилит? Вы не заметили, что мобов хилит? Ремонтник вот бегает, хилит свободно. А как он у меня? Без метки ремонтник. Звезду поставил. У меня аддон срабатывает этот. Killers have to die. Типа. Вас мне скидывал. И когда он кастует хилку, над ним высвечивается, типа, он хил, его нужно убить.